Семена моркови Нанская 4 легко адаптируются к любым условиям выращивания, поэтому подходят для высаживания во всех регионах России. Цилиндрические корнеплоды вырастают до 14 см в длину, а их вес в среднем достигает 100 граммов. Срок созревания варьируется от 80 до 100 суток. Морковь Нанская 4 содержит до 19% каротина. Она универсальна в использовании, подходит для переработки, длительного хранения, до нового урожая, использования в кулинарии. Этот сорт можно применять для приготовления детских и диетических блюд. Морковь Нанская 4 – это однолетнее растение. Морковь прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Морковь Нанская 4 имеет среднеспелый срок созревания. Плоды моркови созревают в месяцы июль-август. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода микс. Мякоть нежная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.